всех. Итак, мы с мужем, но муж ближе все равно к Овну. Мое мнение, что прямо он есть, Овен. Мы получились рыбы. Сейчас расскажу про рыб. И весов, скорпионов тоже, наверное, затрону здесь. Так. Рыбы обладают высокоразвитым чувством интуиции со спиритуальным подходом к жизни. Идеалисты, очень впечатлительны, методичны. Значит, у них тоже такая двойственная натура, но рыбки там же две расположены. С одной стороны, честны, трудолюбивы, методичны, с другой мечтательные, впечатлительные. Идеалисты ищут гармонию и красоту в мире, испытывают глубокое разочарование, поняв, что жизнь далека от совершенства. Ну, вот это про меня. Предпочитают одиночество, созерцание. Я очень тоже люблю одиночество. Ну, и общение тоже люблю. Говорю, это двойственный знак. Ну, с такими только своими близкими. Мечтательные. Материальные ценности для рыб ничего не... Ничего по сравнению с духовными. Так. Отдают предпочтение старому, хорошо известному. Не любят новшества, изменений. Ну, вот это немножко все-таки не про меня. Я тяжело сейчас к другим людям привыкаю очень, но новое я люблю. Застой я не люблю, вот одного и того же энергии. Но это правда, что даже вот у меня вещи есть, которым несколько лет, и я не могу с ними расстаться. Вот несмотря на то, что что-то новое тоже появляется. Это вот всего вообще касается мебели, вообще... Старым друзьям я больше доверяю, вот как-то вот не сдвинуть меня. Я сейчас тяжело очень привыкаю к людям. Ну и всего, в общем, это касается и вещей, и вообще каких-то мелочей маленьких, таких домашних. Сейчас расскажу. Давайте возьмем все-таки весы и скорпион.